Гвардии старший лейтенант, летчик-истребитель, герой Советского Союза Михаил Петрович Девятаев известен своим уникальным побегом из немецкого концлагеря. Он оказался в гитлеровском плену летом 44-го, когда был сбит подо Львовом. Прошел через несколько концлагерей, подлежал ликвидации. Один из военнопленных помог ему сменить нашивку номера на робе, чем спас ему жизнь. Был направлен в лагерь Пенемюнде на Балтийский остров Усидом, где смог совместно с другими узниками угнать немецкий бомбардировщик Хенкель-111 с интегрированной системой радиоуправления и целеуказания от секретной крылатой ракеты большой дальности ПАУ-2 на борту. Добравшись до своих, Девятаев указал точные координаты расположения стартовых площадок, стратегических для рейха ракет на этой базе, что позволило нашим военным уничтожить не только ПАУ-2, но и подземные цеха по производству урановой бомбы, а вместе с ними и все надежды Гитлера на продолжение войны.